Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше большое путешествие по Нижегородской области, по мастерам-ножевикам из городов Павлово и Ворсма. И сегодня мы находимся в городе Павлово. На самом деле здесь мастеров ничуть не меньше, чем в Ворсме. И сегодня мы хотим познакомиться с одним таким мастером. Наверное, он, конечно, не такое громкое имя, как там, Чебурков или Ульданов, которые по всему миру катаются. Но, тем не менее, работы очень качественно сделанные, очень интересные. И как я могу лично заметить, и как Саша за кадром, наверное, подтвердит, ножи всегда очень тепло принимаются там, у нас ВКонтакте, например. В принципе, отзывы по этим ножам я видел только хорошие. Итак, Алексей, привет. Привет. Спасибо, что позвал нас. Давно хотели с тобой познакомиться лично, посмотреть, пощупать твои ножи, потому что, если честно, пока что получалось только на картинках все это дело видеть. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься этим делом? Ну, свое дело года, может, там 4 назад. Внутри. Я вот раньше работал на многих компаниях, на крупных. И мне всегда, если честно, мне не хватало, вот я делаю ножи, а что-то мне не хватало, вот ему здесь снять хотел. Я хотел, чтобы были вот такие ножны хорошие, я хотел, чтобы хорошие стали были, я хотел, они меня никто не слушал, а мне хотелось вот это все воплотить в жизнь. И я вот шел, и вот все-таки решился, я вот думаю, и начал свое дело, свое любимое, которое, для меня это все. Это нож для меня, это все. То есть свои собственные ножи ты начал делать, когда уже у тебя было достаточно много опыта за плечами. Да, очень много опыта. Если честно, даже не знаю, с какой модели можно было бы начать. Одновременно за все глаз цепляется, все очень интересное. Да, вот еще раз хочу заметить, что очень такой узнаваемый дизайн. Вот когда смотришь фотографии, сразу можно заметить, что это твоя работа. Мне хотелось всегда, чтобы обычно люди делают там ножи. А на ножны они не обращают внимания. Или наоборот, они делают. Не очень ножи, а ножны обращают. А мне хотелось все это. И главное, все в этом основном, это они рабочие. Это для меня это главное. Потому что нож должен. Он обязан работать. Зачем тогда он нужен вообще? Ну да. Он не нужен. Нож на полке, он долго не живет. Да. Расскажи, пожалуйста, о любимых сталях, если есть такие. Или о том, какие предпочитаешь материалы на рукояти. Хотя вот я смотрю еще раз, у тебя тут сочетание и синтетики, и дерева я вижу. То есть ты на чем-то одном не останавливаешься. Да, мне хотелось всегда, может, мне еще так-то оно не получается, чтобы сделать нож, чтобы он во время не подвластно. Угу. Чтобы вот как он был в таком состоянии, вот его так открыли, он оставался таким, чтобы время было ему минимально, потому что бывает там делать сюда какие-то вставки, все там лоскнеет, все рассыхается. Мне хотелось сделать, чтобы он был. Кто-то купил человек ножик, он его там убрал, вынул через год, а он такой. Мне вот всегда ходит, вот я к этому стремлюсь. То есть ты хочешь сделать такие вечные ножи, неприхотливые? Не вечные, я знаю, что ничего вечного не бывает. Ну, я имею в виду, что... Чтобы он служил и служил человеку, и он не задумывался о том, что ему в скором времени понадобится новый. Хотя, я думаю, есть среди твоих клиентов и коллекционеры, которые постоянно что-то новое заказывают. Нет, у меня, это вот честно, у меня происходит так. У меня кто покупает один нож, и он пока все модели меня не скупит, он меня не уходит. Это вот честно, вот он приходит, он все, ему надо все. Тогда он маленько уже успокаивает, уже надо ему там, из мамонта какой-то. Дизайн ножей и, в принципе, дизайн вот композиции, клинок, рукоять, ножны, это все твоя выдумка, ты сам все придумываешь? Да, я сначала
Ну, люди, может, сейчас будут, для них будет так удивительно, но для меня я сначала, какие ножны у меня были. Я нож не собрал, у меня клинка, какие ножны, я смотрю ножны. От ножны я уже отталкиваюсь, какой будет, ну, вот это все должно сочетаться прям в одно целое, в одно. Это должно быть идеальное. Как часто у тебя появляется новая модель ножа? Новые модели для меня, вот честно, у меня столько в голове, вот мне хочется сделать, у меня времени не хватает, у меня столько, я хочу, прям вот мне хочется, вот, ну, это мое любимое дело, которое я могу даже вот, вот сижу дома, я могу чик, убежать на производство. Я загораюсь, меня я горю, я не могу, мне прям вот все, я не понимаю ничего, мне надо вот это. И когда я сделаю ножик, для меня важно, ну, не сколько он стоит, а я его сделаю, и я прям просто, я смог, ну, у меня вот это. Деньги здесь вообще ни при чем. Ну, о деньгах все-таки поговорим, потому что, я думаю, будут вопросы у зрителей. Откуда начинаются цены на твои ножи и где они заканчиваются? Ну, от 25, наверное. Там, а там уже все зависит от там вот, от, ну, вот там прям на карбон. Как вот такой карбон брусочки очень дорогие. Вроде ничего такого. Ну, тут вообще линзы вот тут. Да, вижу. Подобное выпукло. Он вообще тупой режет, я тут снимал ролики по нему. Это сейчас новые, вот я начал тут. Ну, вот я хочу сказать, мне честно, когда мне кто-то вот, ну, покупает ножик, и я когда вот его, думаю, сейчас все направляет. И мне жалко его, честно говоря. Мне жалко просто. То, что я в него столько, ну, вложил, столько я. Ну, вот мне жена бывает что-то скажет, а мне жалко. И жена, просто. Как будто это, ну, мой ребенок. И важно то, что меня еще всегда беспокоит. Ну, в какие он руки попадет. Люди все разные. Кто-то ухаживает, кто-то будет рубить, кто-то вот там. Ну, насмотрится ролик, кто-то будет. Ну да. К сожалению, да, согласен. Видео на Ютубе с неправильным использованием ножа очень много, поэтому многие пытаются повторить. Расскажи, пожалуйста, за месяц сколько ты делаешь ножей примерно? Ну, я такой подсчет не вел. Ну, 10, может. Чуть больше, немножко. Чуть меньше, все зависит. То есть, в принципе, достаточно получается работа эксклюзивная у тебя, и если человек захочет приобрести, то придется довольно долго подождать, потому что, я думаю, недостатка в заказах ты не испытываешь. Ну я сразу пишу человеку, если что-то, да, я сразу подтверждаю, и вот у нас никогда врать не буду я, но если что-то, сразу пишу, что этого столько будете ждать. То есть ты успеваешь делать еще и, грубо говоря, для свободной продажи? Это, я люблю делать. Не то, что, потому что у меня за заказ, когда мне заказали такой же нож, я, конечно, сделаю все хорошо. Но когда-то что-то новое, мне лучше. Я сам хочу вот это. Я творить люблю. Мне вот нравится вот это. Пускай даже вот тут все есть, вот какие-то есть такие стили, я их... Вот так все перемешиваю стили, хочу, ну, как-то вот так вот, чтобы было что-то. Ну, здорово, когда действительно, так сказать, горят глаза и руки чешутся постоянно что-то делать. Может быть, о какой-то поговорим, например, самой популярной модели на сегодняшний день. Вот что пользуется наибольшим спросом? Финка. Вот они, финки. Раз. Финка. Финка. В любом исполнении там кто-то такая. Финка самая продаваемая. Самая популярная, самая. Ну, я так считаю, этот ножик. Ну, больше я так чувствую, что он там для положил куда хочется, там, на рюкзак, в машину. Он уж не такой огромный. Ну, финка вот почему-то. Все, нет.
А ты помнишь первый нож, который ты сделал как самостоятельный мастер? Нет, наверное, не помню. Столько у меня было ножей, прошло столько ножей. Ну, не, я могу сказать только вот, вот именно финки. Это вот на нее смотришь вроде, ну что тут, ничего такого сложного нет. Угу. Но в ноже, в любом, каждый миллиметр он важен, угу. Каждый. И даже люди бывают, вот они делают ножи, и у них ручки, они короткие, или там что-то то. Здесь важен все, длина, толщина, все. Это вот этот клинок, какой, все важно в ноже. Угу. Это получается полная картина. А когда человек этого не видит, ну я знаю, не та картина. Вот когда делаешь, сидишь и вымеряешь, и смотришь. Mm-hmm. И просто так взял. Ну и на самом деле вот на вот это вот всегда находится покупатель, да. Но лично мне больше нравятся ножи вот такие вот вылизанные, где можно каждый миллиметр разглядывать и видеть, что вот нигде не пожалел мастер сил. Ну это мое. Да. Ну, вот я скажу, мне кажется, то, что это зависит еще и от самого человека. Угу. Ну, вот себя уважающий человек, мне кажется, ну, там какие-то щели, там что-то. Он просто раз продаст. А для меня это, я не знаю, катастрофа. Это как-то. Это все зависит от внутри человека, мне кажется. Угу. Как отношение с какой-то там прям, ну, неуважением, мне кажется, к человеку, то кто тебя покупает нож, пускай там и за маленький. Угу. Я очень многим мастерам, с которыми мы встречались, знакомились, но которые еще не успели побывать на клинке, я всегда задаю этот вопрос. Стоит ли ждать вас у нас и когда? Вот я бы, честно, вот я бы рад, но мне ехать с 50 ножами. У меня же никого нету, я, ну, работаю один. У меня много ножей не бывает. И если просто так чисто, я не знаю. Ну, вообще, было желание съездить? Нет, я все равно, все равно буду. Я раньше там был не в качестве, как я сейчас, ну, делал ножи. А я был с кем-то на выставке, там гулял. Мне нравилось, я хотел что-то найти новое. Я находил это, мне интересно. Мне это вообще... Что вот связано с ножами, мне очень интересно. Я живу просто, я не могу просто. Мне вот, или у меня в семье, ну, это мне жена даже говорит, да ты что, все у тебя ножи надо. Я болею этим вообще просто. Можно сказать, что ты свою вот жизнь трудовую, свою, это и можно и сказать, и, наверное, и хобби твое, любимое занятие, ты все это всецело посвятил ножам. И тем не менее, ну, как мне кажется, может быть, поправишь меня, достаточно недавно твое имя вот зазвучало как имя хорошего мастера, который делает качественные, долговечные, красивые, удобные рабочие ножи. Вот с чем ты можешь связать то, что вот такой стремительный успех тебя настиг? Мы, это вот честно, моя правда, мы недавно с женой, это я люблю свою семью, люблю своих детей, это я вообще с ума схожу. Мы все шли к Богу. Но мы не просто вот идем в церковь, вот ты приходишь в церковь, ставишь свечку, молился, ушел. Мы живем этим. Если вот есть Библия, если написано, что делай вот так, для тебя будет вот так. Мы так и делаем. Там написано, не воруй, никаких случаев не воруй. Не обманывай, мы не обманываем. Все. И мы к этому стали жить вот этой жизнью. Мы, вот нам стало вот как-то прямо оно легко. Я вдохновение получил. Мне стало все получаться с Богом. Все. Абсолютно все. В семье, с детьми, с друзьями у меня все пошло. Только Бог у меня вот это знает. Это вот прям вот это наша жизнь. И моя семья меня вдохновляет в такой степени, что я без ума.
Это все Бог все сделал. Это потому что, ну, нереально. Потому что я где-то был, там где-то там на кого-то работал. Mm-hmm. Тут Бог откуда взялся? Чего? Это не я. Это на самом деле не я. Это все Божья слава. А вот она вот. Ну, потому что мы начали жить. Мы не хотим обманывать, не хотим. Ну, я не хочу вот это все. Наверное, вот это мое мнение. Ну, я думаю, наверное, все-таки мастер лучше знает, поэтому твое мнение, скорее всего, оно верно. Как мне кажется. Кстати, я все про ножи, про тебя. Но вот эта замечательная коробочка, которая рядом с тобой стоит, она тоже немножечко мозолит глаз. Расскажи про нее, пожалуйста, что это такое? Ну, это я, наверное, вел или год, или два года назад. У меня, ну, я раньше там ножи отправлял так, там, вернешь пакетик. Мне не нравится это чисто просто. Не для того, что, ну, люди считают, что это какой-то там гроб, там, для ножа или что-то. Я, в первую очередь, это, я делаю коробочку для уважения, кто мне купит нож. Сразу, ему будет лучше. А что он с ней сделает? Может, он ее выкинет или поставит. Мне главное, чтобы вот я положил нож, он к нему пришел в целости и сохранности. Ничего с ним не случилось. Ну, с ножом, он прям туда, прям вот вместе. Все, это для него важно. И вот еще такой вопрос, что даже любой, кто покупает нож, он даже не знает, что она к нему придет. Я не фишую. Не знает. Он мне оплатил. Фук. Ну, а как? Это вам придет. Здорово. На мой взгляд, достаточно нечасто можно встретить такое вот щепетильное отношение, что не просто качественно сделанный нож в красивых ножнах, но еще и такая вот, ну, это, мне кажется, в том числе и вот при пересылке такая защита ножа, да, что если что, треснет коробка, да. Я вижу, что ты делаешь ножи и с цельнометаллическим клинком, и с всадным, и со сквозным монтажом. Вот, на твой взгляд, что лучше, что крепче? Я всадные ножи не делаю вообще. Для меня это... А, здесь тоже сквозной, точечно. Для меня это просто... Я потому что считаю, что ножик, он... Ты должен купить и быть в нем уверенный на все 100. Все делаю я, все сквозной монтаж. Это вот стоит там нержавейка, она нержавеет, все стянуто, все. Для меня это очень важно. Значит, якутского ножа от Алексея Тимофеева. Якутский я тоже делал. Тоже со сквозным? Конечно. Ну, мне... Я когда начинал делать там... Это очень тяжело. Клинок из порошковой стали. Я работаю только с порошком стали. Мне... А вот там нам вот такой дол, тяжело его сделать. И почему? А так мне якуты, ну, великолепный нож, и режет там тоже, там же там пиявлинзу с одной стороны. Хорошо. Просто традиционный якут считается, что он просто должен быть вот хвостовиком вколочен в ручку, в деревянную, разогретую предварительно, и все, вот монтаж, пожалуйста. Я делал, наверное, там ножа 4, из Х, как только начинал, из Х-12. Ну, они сразу ушли. Это был мой, как бы там, ну, вызов, люди там делают. Я думаю, ну, не так вы делаете. Я хочу вот так по-своему делать. Я его сделал, они, ну, люди просят, а мне не интересно эти стали уже вот это. Мне интересно вот это, что я могу, ну, загореть все, что хочешь делать. А вот это мне уже просто как-то... Бывают ли какие-то у тебя... там заранее спланированные, подготовленные задолго проекты, к которым ты там вот долгое время, например, не подступаешь, или у тебя вот что-то вот в голове родилось, и ты сразу же мчишься в мастерскую и делаешь? Нет, у меня много в голове, которые хочу все реализовать. Я на этом никогда не буду останавливаться, потому что у меня такое в жизни. Или идти вперед, а как в середине никогда не бывает. Это люди ошибаются. Ты или идешь назад, или идешь вперед. Нету больше. А как люди думают?
А я так чуть-чуть сидеть. Не бывает в жизни. Или вперед, или назад. Угу. Я всегда иду вперед. Я не пойду назад. Все. Здорово. Вопрос про ножны. С твоими ножами всегда идут только кожаные ножны? Или ты иногда делаешь из синтетики? Из кайдекса? Из кайдекса, может быть, да, из АБС. Ну, редко, да. Ну, могу делать. То есть это по пожеланию заказчика? Да. Но обычно заказывают кожаные, не знаю. И ты свое предпочтение сам всегда отдашь коже? А потому что она ближе к душе. Кожа — это же натуральный материал. Но все равно она натуральная. А ближе... Ну, и пункт, а кайдекс это, он жесткий, он твердый. Ну, и бывает, пускай даже на пескострую ничего ему не будет. Но все равно царапается. Скажи, пожалуйста, ты сейчас работаешь один, то есть полностью от и до собираешь нож сам. Вот если вдруг задумаешься об увеличении, ну, вот поймешь, что нужно делать больше, наверное, нужно будет привлекать новых молодых людей, обучать их. Как ты думаешь, в принципе, вот увеличение объема количества ножей, вот, которые делаются, оно скажется на качестве? Этот вопрос у меня не стоит уже давно. Никакого, никаких расширений не будет. То есть вот сколько есть, столько и будет. Вот нож сделать. Это просто информация, что нужно сделать в данный момент, как сделать, что. И раскрывать его, как у постороннего человека. Ну, у меня растет сын, которому сейчас там 15 лет. Буду его, сейчас он пойдет пока там скучиться дальше, а так все ремесло будет идти. Из поколения в поколение. Это я так хочу. Сейчас делал новую мастерскую для этого, чтобы у меня ребенок был, и все было для того, чтобы он творил и людей радовал. Расширяться. Ну, я понимаю, что для меня каждая мелочь это очень важно, а кто-то, люди разные, кто-то, не углядишь. И это, во-вторых, мне жена помогает. Это как никто. Она у меня все. Все на мне. Вот что есть, и что сказать, и отправит, и все. Вообще семья — это моя сила, я считаю, что. Мне кажется, у всех это сила. Кто-то просто это понимает, кто-то не понимает. Но семья, она стимулирует здорово. Это в хорошем отношении. Да. Верю. Для меня то же самое происходит. Алексей, большое спасибо, что позвал нас к себе, что рассказал о себе, рассказал о своих ножах, о том, как они делаются, тут вот не подходит, как они рождаются, потому что это вот прям сколько ты труда и сколько души вкладываешь в это дело, тут прямо это вот рождение ножа, можно так сказать. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь добраться до выставки «Клинок». Вот. Ну и, естественно, продолжай радовать глаз. Мы всегда рады выложить твою работу у себя в социальных сетях. Рады будем еще увидеться. Вот. Большое спасибо. Спасибо. Друзья, вам большое спасибо, что посмотрели вместе с нами этот ролик. Вместе с нами познакомились с Алексеем. Увидели, какие замечательные ножи он делает. Пожалуйста, обязательно напишите комментарий, поставьте лайки или дизлайки, если вдруг вам что-то не понравилось. И встретимся с вами в следующих видео. Еще раз большое спасибо, всем пока.